Всем доброго дня, друзья. Сегодня я с утреца в лес не пошел, так как сегодня у нас сдача. Но на сдачу поеду после обеда. А сейчас до обеда копну здесь в городе. Блин, кошмар, какая здесь травища, а? Тут вон какая-то тропиночка, по ней ползу. Да, тут катушкой-то особо-то не походишь, не помахаешь. Так, где у меня тут домики-то были, надо найти. Тут же дома стояли. Не дома, вернее, а бараки. Вон шиповничек остался. И вот здесь походим. На этих местах тут фундаменты были, поищем. Тут я уже находил, но надеюсь, еще что-нибудь найду. Вон эти ягодки, как они, малинка, да, зеленая еще совсем. Да, точно малинка. Ладно. Копаем. Что будет, покажу. Травища тут выше меня. А? Как я тут буду копать, я не знаю. Тут с косой надо приходить. Вот реально выше меня ростом. О, о какая. Да. Так, ну ладно, тут фундаменты еще вон там были, в стороночке. Тут еще сгребали все в сторону, поищем там. Погодка сегодня классная. Вообще. Еле нашел свою заначку. Хорошая такая решеточка. Ну просто тогда она мне просто... В рюкзак ее было не запихать. Не знаю, сейчас запихаю, нет. Ужас. По такой траве не пролезешь. Все, собрал я свои все заначки. Ну, тут скобы вот. Чайничек с мелочевой всякой. Спинка от санок советская. Крышка, лопата. Вот такая вот. Арматурина, как на буровых, летая. Ну, наверное, и маячок свой тоже заберу. Сколько он тут у меня на дереве висит. Хорош. Если влезет, конечно. Ладно, все. Сейчас укладываю. Посмотрим, влезет, не влезет. Ну, ребят, вроде такое. Самое тяжелое запихнул. Даже лопата с металлоискателем вместе влезли. Кусочек меди нашел. Малюсенький, правда. Вот здесь вот старая железная спинка. От санок валяется. На ней что-то болталось там. Ну вот эту вот жестяночку я оставлю. Нифига не весит. А место занимает. Потом, может быть, когда-нибудь вернусь. Маяк у меня висит. Если кто хотите, приходите копать или забирайте. Вон еще и банка алюминиевая там лежит. Ну все, сейчас тащим это домой. Рюкзачину. И едем на приемочку. Сдавать метальчик. Ну все, багажничек загрузил. Едем на приемочку. Килограмм 100 будет, то хорошо. Маловато кучка, конечно. База работает. Все отлично. Металл грузится. Так, ну и что, друзья? Сдал я металл. Получилось у меня... 700 с мелочью.
Ну и посмотрим, что мы тут написали. Так, сумма итоговая 739,50, но мне дали 740. Так. Засор. Засор 3%. Взвесили, показала 90 килограмм, но минус 3%. Короче, 87. Металл у нас по 8500. Итого сумма 739,50. Ну и все, больше ничего здесь интересного нет. Все, теперь метальчик пойдет в копилочку. А за такие копейки, честно говоря, издавать-то неохота. Будем копить до лучшей цены. Всем пока и всем удачи!